Главы территорий должны лично проверять очистку крови, улиц, тротуаров от снега. Об этом заявил губернатор. Он поставил задачу усилить контроль. Общие вопросы, которые вскрылись при наших двух выездных заседаниях. Ну, это, конечно же, уборка улиц, тротуаров и уборка снега с крыш домов. Погода нам дает сейчас сюрпризы. Результат, к сожалению, не очень хороший. У нас есть сходы снега с крыш домов, при котором пострадали люди. Это есть и в Москах, это есть и в Шерегеше. И травматизм такого рода зарегистрирован практически во всех городах и муниципальных образованиях. Эту статистику будем вести и разбираться по каждому случаю предметно с каждым руководителем территории. Обращаю внимание глав. Ситуация очень серьезная. Лично обходить и лично смотреть крыши, тротуары и улицы.